Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Мы начинаем тестировать новинки 5-го каталога Faberlic. Начнем с вами с помадок, поэтому я на балконе при естественном освещении, чтобы показать вам, как они ложатся и так далее. Свотчи в предыдущем видео в распаковочке. Так, первый оттенок будем с вами пробовать. 411.09. Ага, класс, вот этот вот сиреневенький. Пробую вместе с вами, еще не пробовала. Это какой-то лиловый. Только сводчила вместе с вами. Сейчас посмотрим, камера будет правильно передавать. Но сводчи в любом случае в предыдущем видео правильный. Здесь мы с вами посмотрим по текстуре. Ага. Чуть-чуть пока нанесла. Какая комфортная. Слушайте, нет, это не бальзам. Нет, это довольно пигментированная вещь. Ой, знаете, на что похож? Полуматовая губная помада Овация. Там был лиловый твит, по-моему, цвет. Мой любимый. Сейчас попробуем еще наслоить. Но более-менее правильно вам камера передает цвет. Текстура разглаживающая. Пигментация довольно насыщенная. То есть достаточно вполне. Это не как кибальм. Хотя там тоже пигментация насыщенная. Текстура... Хотел сказать сатиновая. Текстура кремовая. Губки разглаживает. Да, поровней становится. Очень приятно. На вкус, честно сказать, как помада из прошлого, да? Обожаю этот оттенок, девчонки. Да, очень похож вот на тот цвет, который вы тоже очень любили. Всегда у меня спрашивали, что за оттенок. Полуматовая губная помада Овация, лиловый твит. Он немножко в жизни посиреневее. Вот я сейчас с зеркалом стою просто, нежели вам показывает камера. Полиловие, да? Очень красиво, очень комфортно. Так, сейчас я ее стираю, будем второй оттеночек с вами пробовать. Второй оттенок 411.07. Освежающий такой, коралловый. И он на Сочи был пигментирование. Я думала, по суше там. Мне кажется, по суше чуть-чуть это, хотя у него обе такие кремовые, увлажняющие, хорошенькие. Мне кажется, они не будут растекаться. Буду носить. Прям два моих любимых оттенка. Смотрите, как здорово освежает, правда? Здесь чувствуются какие-то крупинки при нанесении, вот в этом цвете. В том вообще не чувствовали, но на губах их уже не чувствуешь. Так, смотрим. Крутой, крутой освежающий оттеночек. Но он больше розовый, чем коралловый. Но тем не менее крутой. Контур губ удержит хорошо пока. Вот пока, да, непосредственно после нанесения. Мягенькая, классная. Ухаживающая помадка. Мне очень нравится, я довольна. Прям вот с удовольствием этой весной буду их носить. И нет такого какого-то блеска, нет этих блесток, которые уже достали везде пихать, да? Равномерный, красивый цвет. И мне кажется, она сейчас немножко полежит на губах и будет похож на матовую. Я довольна. Пишите, как вам оттеночки. И прям я не прогадала. Бальзамчик хотела вместе с вами протестировать. 411.02, это с манго, да? Так. Стерла помадки. Как раз за губками похож. Очень густой, очень тяжело выдавить, девчонки. Прям плотная, узелинистая текстура. Даже размазать по губам тяжело. Потому что прям кусками выходит и не размажешь. Вот этим наконечником тоже не размажешь. Нужно либо пальцем, то есть вот так вот выдавили кусочек и вогнали. А вкуса никакого не имеет, я вам уже говорила. Запах зеленый, свежий. Классный. Мне очень понравился. Ну и губки увлажняет. Прям по текстуре на вазелин похож. Я бы даже сказала, питает. Вот какая-то такая плотная текстура. Она ощущается на губах. Ну, цвета никакого, естественно. Блеска чрезмерного никакого. Просто увлажненные губки. Поэтому, конечно, имеет место быть. Буду наблюдать, смотреть отзыв в обзоре каталога. Или пост обязательно в зале напишу. Теперь мы с вами плавно перемещаемся на кухню. Мы будем тестировать вот эти два средства. Как раз только доготовила кушать. И плита немножко запачкалась. Протестируем на ней антижир. А универсальное моющее хочу протестировать на раковине. Оно у меня тоже далеко не в идеальном состоянии. Есть места, где можно поработать, потестировать. Да, ну, предлагаю начать с плиты. Так, артикул я вам не назвала. Мы уже с вами в обзоре заказа увидели, Крисюшка подпевает, что эти средства без запаха. Кому интересна информация, пожалуйста, нажимайте на паузу, читайте. 307.01 артикул антижира.
Здесь у нас с вами пробиотики. Очень крутые новинки. Я им безумно на самом деле рада. 307.00. Универсально. С ним можно мыть. А абсолютно все, в том числе полы. С по-составам. Включила подсветочку, чтобы вам было лучше видно. Да, можете почитать все. Нажать на паузу и почитать, в том числе составы. Второе средство. Так. Так. Вот как у меня выглядит сейчас плита. Видите, да, от еды как бы есть остатки. И еще вчерашняя специально ее не мыла. Давайте тестировать антижир. Ну, потому что такие есть прям пятнышки, которые вот, может быть, не сразу схватились бы средством для очистки духовок и плит. Немножечко наливаю на плиту. Фокус. Прекрати издеваться над нами. Берем губочку. Так. И вот так с вами все обработаем. Можно, кстати, было бы еще, знаете, что вот потестировать. Здесь я давно не мыла. Вот, вот тут. Вот это уже, ну, мне кажется, я тут недели две назад мыла. Так, вот так это пеном вот обдаю все. Так. С губочкой. Хоп. Сейчас мы с вами генеральную уборку тут замутим. Так, вот так я все губочкой обдаю и оставляю. Так, вот так все обработала везде кругом. Оно уже отходит частично. Теперь универсальное средство. Я его сейчас тоже вот так вот ливану. Запаха никакого едкого нет. В этом плюс. Да. Поэтому вообще красота. Вообще никакого запаха нет. Там у меня налет. Тут, конечно, лучше бы справилось средство антиналет. Но мне было интересно именно эти два средства протестировать. В общем, таким образом сейчас тоже оставляю. Минут на 10 здесь все. Хотя нет, вы знаете, вот без перчаток работала. Сейчас пойду руку помою, проверю. Если принюхиваться сильно-сильно, есть небольшой запах. Небольшой. Но это прям вот если к носу пальцы подносить. Вот еле уловимый. Еле уловимая такая душка. Похож, мне кажется, на средство для чистки духовок и плит. Но там оно пахнет сильно. А здесь вот прям если пальцы к носу подносишь, вот еле-еле чувствуется. Ну что, смотрим сначала плиту. Давайте вот это вот отошло. Ну, не совсем отошло. Ну, вот так вот губочкой, да? Темно у меня на кухне, девчонки. Да что ты фокус-то еще нам тут мозги компасируешь? Так, сейчас вот так приближу. Давай. Фокусируйся. Вот. А, тут все с легкостью отошло. Не, вообще все отошло, как бы все отлично. Вот тут вот под этими штучками, под основной, на которой я готовлю чаще всего, немножечко тирануть. Ну и все. У меня прям было много налета на кране. По-моему, все удалилось. В общем, сейчас смою и покажу результат. Девочки, я так довольна. Я так довольна. Сейчас объясню, почему. Плита, бог с ней. Раковина. Это вообще что-то. Сейчас вот в таком налете она у меня была вся на момент покупки квартиры. Я не скажу, что прям сильно усердствовала, но оттереть пыталась. И вот тут он не оттирался вообще. У меня практически все средства Faberlic в наличии. И такого эффекта от налета я не видела ни от одного. Кран у меня тут был весь в налете. Я очищаю периодически, да, он появляется. И какой-то вот старый совсем, да, как вот эти вот полосочки, не очищался. Сейчас и этот можно было бы очистить. Мне неохота просто уже было тереть, девчонки. А так, если приложить немножко усилий, он и вот этот отходит. Я думаю, со второго раза я все уберу, у меня будет раковина как новая. Я очень довольна средствами. С учетом состава, с учетом, как мне отмыло раковину, я могу вам смело рекомендовать оба эти два средства. Вот, которое универсальное, меня вообще поразило на самом деле. А антижир, я вот такие средства всегда, как и средства для чистки духовок и плит, сравниваю с ГРАС антижир, да? Потому что мощнее ничего нет. Вот я сейчас сковороду освобожу, да? И мы с вами попробуем еще обратную сторону, вот где дно, потому что она у меня хоть относительно новая, я ее после каждого применения мою, все равно, как ни крути, там на дне образуется потемнение, да, назовем это так. Вот, и я хочу попробовать, ГРАС с этим потемнением справляется, не с первого, со второго раза, смотря как запустить, скажем так, да. Faberlic для чистки духовок и плит послабее. Вот хочу попробовать антижир. Пополам не получится, наверное, с универсальным получится каша-малаша, да, поэтому будем чистый эксперимент проводить. Сковороду освобожу, и мы с вами попробуем на ней. И да, с руками все нормально. Пылесос не шумит. После чистки духовок и плит средства чувствуется, что рукам трындец. Здесь такого нет. С руками все абсолютно нормально.
Вообще супер. Так, погнали. Вот сковорода. Да что ты все падаешь? Хочу как-нибудь поставить ее поудобнее, чтобы она не текла. Да, вот в целом как бы все отлично, но дно, ручка, все замечательно, но дно все равно оно темнеет, вот как его не мой. Да, давайте пробовать. Так, наношу. Мне прям даже универсальная больше понравилась, мне кажется. Ты льешься или нет? С этой оптической стабилизацией ничего не вижу. Ать, это мы так говорим, дать. Ать, да, она там баночки увидела, которые у меня стоят под раковиной, и сидит дать. Так, вот так все. Ну, это я, наверное, делаю на полчаса, оставлю точно, потом посмотрим. Девчонки, что-то ничего. Мне одной рукой неудобно, но, по ходу дела, ничего не отходит. Сейчас потру, попробую. Короче, результат нулевой. Да? Теперь вот то, что меня поразило на раковине, универсальное моющее. Хочу попробовать его. Запоминаем до. Тут только грасс справится. Но я боюсь вот такую поверхность и грассом и вообще чем-то агрессивным чистить, потому что повреждается. Я пробовала покрытие, а мне хочется, чтобы сковорода послужила подольше. И бог с ним, ну как бы, что снаружи вот такое потемнение. Ну что теперь делать? Потому что если повредишь снаружи, это тоже влияет на качество жарки, да, и чтобы металл не проникал в пищу. Вот этого вот всего хочется избежать. Так. Поливаем, поливаем. Стоит дальше. 15 минут подержала. По-моему, тоже ничего. Сейчас потру. Ну, для таких загрязнений слабовато, да? Но тут еще она рифленая, зараза. Мне кажется, ее вообще тяжело очистить. Если у меня предыдущий, вот, допустим, как вот этот кречка, да? Здесь нет вот этих полосок. Ее гораздо проще чистить. А здесь на дне полоски. Ну и бог с ней. Я портить сковороду не хочу. Пусть будет, ну, такое, ничего страшного. Немножко заполнили шкатулку после переезда. Надо сейчас поискать свою бижутерию всю и заполнить ее дальше. Так, вот сюда разложили сережечки, Ксюшкины. А вот такие сережки сюда, тоже Ксюшкины. Ну, точнее, это Крестюшкины, но нас таскает их Ксюша. Положили вот так, потому что они, видите, у них какой замок. Они сюда не вставляются. Положили их в колечки, хорошо лежат. Колечки хорошо вмещаются, сюда можно класть все что угодно. В общем, мне нравится. Очень здорово, красиво. Прям вот приятность для девочек, да? Сейчас пойду искать свою бижутерию, раскладывать. Мне прям хочется. Шкатулка безумно довольна. Видела обзор на сиреневую. Она маленькая, ее покупать смысла не вижу. Туда влезет мало, и там два отдела, здесь три. Поэтому такая вот красота. Ну и на этом видео буду заканчивать, мои хорошие. Кому было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю. Всем мира и добра.